Итак, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке пришел чехол, бампер для Asus Zenfone Max Pro M1, то есть фирма iMac. Причем здесь он написано, что для iMac доступен для Asus ZB601KL, а данная версия смартфона 602KL, но они подходят. То есть, ну вот, пришла в такой упаковке с голограммкой производителя. Так, ну и внутри у нас находится, ну, это отправитель. Предоставил открытку, чтобы поставить ему 5 звезд. Так, дальше. Вот непосредственно сам прозрачный чехольчик. То есть здесь все закрыто, есть отверстие под вспышку, светодиодную вспышку и непосредственно камеры. Дальше для отпечатков пальцев есть отверстие для микрофона, здесь тоже отверстие для микрофона, зарядки, дальше динамиков и 3,5 мини-джек. Сама поверхность внутри достаточно рифленая, то есть слышите звук. Так, и еще внутри находится салфетка и пленка для смартфона, экрана. Так, ну давайте посмотрим, как у нас умещается наш смартфон. То есть вот был от старого телефона HTC временно. Так, ну и все прекрасно расположилось. То есть все отверстия необходимые доступны. Так, здесь включение есть. То есть отпечаток пальца работает без проблем. Так, качелька громкости тоже функционирует в закрытом режиме. Так, здесь тоже отверстие под микрофон есть. То есть все есть. Все прекрасно помещается и работает. Так, единственная пленочка. Сейчас посмотрим. Так, ну здесь практически как. Все прям в один. То есть еле-еле закрывает экран. То есть надо успеть попасть. Попасть данной пленкой на экран. Ну, это связано с тем, что у самого телефона, то есть передняя поверхность, она изогнута. То есть, ну, практически в один светящийся экран. Ну, на первое время подойдет данный вариант. Так, сейчас в спокойной установке мы приклеим, ну и, возможно, покажем. We'll be right back.
всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.